канал Хейджу. Была такая большая пауза, почти что год. Я была очень занята, и вести канал у меня просто не хватало времени. Я возвращаюсь, буду рассказывать вам о своем опыте и надеюсь, что, делясь с вами, я помогу вам в ваших ситуациях, и вы будете черпать много интересного, полезного. Также я хотела бы поздравить всех с наступившим Новым годом, пожелать им крепкого здоровья, счастья, любви и баланса во всем. На канале будет влог. Влог о том, как я запланировала поездку, не короткую, очень длинную, на Бали, во Вьетнам, в Таиланд. И, значит, неожиданно так получилось, что и в Малайзию. Вкусно, малыш? Вот, это очень все интересно будет. Я буду вам рассказывать, делиться своим опытом. Как правильно подготовиться к поездке, чтобы вам прям было вот очень удобно, комфортно путешествовать для тех, у кого есть детки, как путешествовать именно с детьми. Также будут ролики про спорт, про то, как именно привести себя в форму посредством питания и, конечно же, физических нагрузок. Я буду показывать определенные упражнения после выполнение которых вы почувствуете и вы увидите изменения в вашем теле, в вашей жизни. Ждите, скоро будет первое видео, и надеюсь, оно вам очень понравится. Ну что, я приглашаю вас посмотреть мои ролики. Они будут выходить 2-3 ролика в неделю, поэтому ждите и наслаждайтесь. Смотрите и просто отдыхайте. Ну все, всего хорошего, и увидимся в ближайшем видео. До свидания!